Добро пожаловать, меня зовут Алексей, продолжаем наше прохождение и выживание, да, и следующее название, название задания, также черви, только уже вторая часть морализонского балета, похоже. Макдональдс, здорово, можем перекусить свежей зомбятиной и по традиции уже целых 5 карт помех, здорово, почему нет? Фу, ну чё, давайте это больше боезапаса и начинаем наше безумие, что называется, да? О, обалденное место, есть напряжение, есть... О, здорово. Есть место, где почилить. Давайте пройдемся по припасам, боезапасам и получаем больше здоровья. Что, разумеется, очень хорошо. Часто я вижу выживших, они вообще даже не заморачиваются, не вникают. Ну, а мы делаем всю грязную работу, бегаем среди толпы зомбей и продолжаем опять же бегать по разным припасам. Вау, показывай. Давай. Вау, здоровье, электрошокер, бинт. Не, у нас, по-моему, есть уже восполнение здоровья. Бот подбирает золото, нам остается только двигаться дальше. Хорошо устроились, потому что, серьезно, камон, тусуют в библиотеке, даже особо не заморачиваются, там перебирают книжечки, да, есть напряжение, есть вода, еда, пожалуй, и, а нам остается бегать среди толпы зомбей. Здорово, парни. Так, показывай. Ой, дополнительный боезапас. Подожди, здорово. Уже больше здоровья, больше боезапаса и не может не радовать. Обалденное оружие, ну видишь, за счет того, что оно бам-бам-бам-бам еле раздает, поэтому... даже не знаю, есть смысл, допустим, взять набор инструментов, тогда сможем попадать в разные приятные места. Можем также сделать дэмэдж повыше у нашего оружия. Ну и начинаем наше... приключения. О, зомбуши, здорово. Да не, Лёха, здорово, давно не виделись. Мы уже были на этой локации, поэтому, ребята, давайте разогревать нашу сковороду и приготовим свежие зомбятины. Здорово, что мы находимся на большой высоте, можем спокойно убивать зомби с большого расстояния и особо даже не заморачиваться. Есть также куча боезапаса, есть даже пулемет. Вот это поворот. Есть пулемет, вот это поворот. Давай. Ага. По оружию, значит, здоровье, есть также инструменты, есть также бум-бум-бум-бум. Ну что, ребята, давайте двигаться дальше, не стоит задерживаться и... Что-то подозрительно, очень много оружия, даже те же самые пулеметы, но пока вроде живы. Сука, дрянь, давай. Бам, бам, о. Парни, давай. Фу, бляха, подозрительно спокойно, с учетом того, что у нас есть там тот же самый пулемет, есть оружие, есть куча боезапаса. Зомбя пытаются до нас добежать, но наши парни не дают, собственно, этого сделать. Братан, здорово. А, я брутальный парень. Брутальный парень, да даже не добегает. Давайте убивать с большого расстояния. Обалденная локация. Можно даже особо не заморачиваться. Бам-бам, да, и в этом плане все хорошо. Парни, давай. Вот, пусть бежут зомбарюши. Тара-тара-та-тара. Фу, бляха. Давай. Бежу. Парни, здорово. Че? Чего? Победите огра. Упоролись. Давай, парни. Давайте, ребята, занимаем позицию. Получается, появляется босс. Вот, и нужно его как-то пожамкать. Можем также восполнить здоровье. Давай. О, let's do this. Братан, ты что попутал? Да, ребята, босс. Обалдеть. Давайте, а что давайте? Давайте пытаться выжить. Братан, давай. Сука. Бам, это брутальный парень. Блять, еще толпа зомбей. Обалдеть. Ну что, мои хорошие, у нас за счет того, что мы взяли с вами дополнительные припасы, мы получаем в свое распоряжение пулемет, который поможет нам в прохождении. Но опять же, большая толпа зомбей, похоже, не согласна с тем, что мы пытаемся пожамкать. Давайте поставим в определенную позицию и пытаемся убить того же босса. Наши, кстати, неплохо справляются, они... уже вымотали почти половину здоровья у босса. Ну, а наша задача остается только его добивать. Ёперный театр, это что было? Давай, бучит. Парни, давай, здоровье. Ты знаешь, так много. Братан,
Во, значит, держи. Бам! Ублюдок! Бляха, он, видишь, он постоянно бегает, и, в общем, до него добраться так просто не выйдет. Давайте скажем нашим, чтобы они восполняли здоровье, потому что у некоторых меньше половины. Ну и давайте, ребята, также помогать нашим убивать босса. Местами это тяжело, потому что он, видите, то залазит наверх, то слева, то справа. Но у него уже половина здоровья, что не может не радовать. На улицу лучше не выбегать, иначе босс может спокойно там с пару ударов бам-бам и Вася, давай до свидания. Давайте, ребята, продолжаем. Ча-ча-ча-ча-ча. Наши также помогают, и в этом плане все хорошо. Давай, ублюдок, получай. Ха-ха. Уже меньше половины здоровья. Давай, давай, мой хороший. Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча. Вот тварь. Ха-ха-ха. Давайте, парни. На тебе, на тебе. Во, хорош, почти. Ха-ха, Вася. Блять, там еще один. Хо-хо-хо, сука. Подожди, подожди, Валя, Бижа. Там еще, оказывается, один появился. Обалдеть. Блять, еще и зона, зона. То есть, получается, из этой зоны лучше, похоже, не выбегать. И вот, кстати, чем плохо, что мы от этого босса убежать не можем. Продолжаем раздавать. Давай, 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 парни. У нас уже нету боезапаса. В том плане, что у нас нету коктейлей, нету ничего такого, поэтому... Давай, давай. Ра-та-та-та-та. Барни, давай, поможай. Обалдеть. Вот ублюдок-то, а. Братан, живи, 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 живи. Раздает просто на раз-два. Также еще большая толпа зомби, поэтому... Сука, даун, даун. Бам. А? Сука, ублюдок, получай. Вот чем тяжело, что помимо боссов есть еще большая толпа зомби. Давай, 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 парни. Сука, большая толпа зомби, пошли вы нахер. Во, неужели, неужели. Ребята, мы сдюжили, это не можете радовать. Давайте, а что давайте? Давайте восполняем здоровье, и тогда уже можно двигаться дальше. Фу, бляха, это было максимально тяжело. Доберитесь до безопасного места, сюда, похоже. Да, да, но на шару пройти ты не можешь. Ты обязан по заданию убивать босса и... В общем, в этом плане, давай, Валя, Бижа, Дюжа, неужели? Тяжелое задание, и здорово, что мы прошли с первого раза. Опять же, пулемет очень хорошо выручил, мы продамажили босса, убили второго, также толпа зомби. Вот чем тяжело, что появляются боссы, толпа зомби, и ты, знаешь, теряешься, по кому вообще стрелять, потому что эти на тебя бежут. В общем, давайте, ребята, прощаемся уже до следующего задания. Если видео нравится, ставьте большой палец вверх. Если нет, тоже ставьте большой палец вверх, потому что дизлайков уже нету. Ну вот, вступайте в группу ВКонтакте. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока.